если сейчас начнем, я вам сейчас покажу свою карту SCP. Начнем с грипа. Начнем. Вот тут находится лифт. Начинается этот лифт. Выхода. Ну вот, дорога, типа. Ну здесь, конечно, здесь выглядит все не так хорошо. Сюда можно пройтись. Вот тут машина повстанцев. Там не так, не так. Смотри на него. Зачем мне? Выход. Повстанцы. Здесь повстанцы. Тут уже гид был. Попасть в этот туннель, то нужно через этот. Тут куча вертолета. Тут вертолеты. Еще один лифт. Два. Хорошо. Земля. Это лучше было. В сундуке там просто есть не рандомные вещи просто. Танк фонда. Танк фонда SCP. Это же написано SCP. Вертолет. Это Апач. Попытался сделать. Блэк Хаб. Черный ястреб. Фонд. Черный вертолет. Это вертолеты фонда. Вертолет. Тоже Апач. Ой, здесь не Апач, а черный ястреб. Только он уже того взорвался. Кровь на списке вниз. Дальше вертолет уже фонда КГБ, КГБ. Ну тут фонд, тут уже выход С. И в этом здании тоже ничего нету. Кровь. Отставленная скромником. Здесь вертолетная площадка. А, нет, это не вертолет, а черный ястреб, вроде какой-то забрал. Забыл, как он там называется. Забыл, как он там называется. Ну, который был в Вьетнаме участвовал. Короче, забыл.
Дальше вот такая вот зона. Она... Выход. Огонь. Excuse me. Вода, канализация тут прорвана. И все горит из-за ислепичек или пепсин. Не, огонь. Где взрывы? Вот здесь вот. Кровь. Опять же кровь. Кровь. Только что это. Вот. И выход. Выход был в хозяине. Тут вообще. Нет, я не старался над этой. Хардзона. Вот вот SCP на 49. Ученые и охранники. Так, произошел инцидент. SCP-682. Тут за... Тут за визавал пробито. 096. 049. Вот, вот. SCP-457. Тут вообще ничего нету. Я хотела сделать здесь сервер, но... Дальше здесь нахуй. Здесь уже спавн даже. Да, ладно. Здесь... Закрытая дверь. Вообще надо попытаться выйти. Ну все, хуй. Здесь спавнится. Здесь уже ученые. Здесь уже класс Д исполняется. SCP-173. SCP-016. И все горит. Не советую вам туда заходить. Там только лук ей лежит. Короче,